Героини Шекспира, Шиллера, Толстого. За десятки лет в Чувашском драматическом театре Анна Кутузова сыграла более 10 главных ролей. На днях народной артистке Чувашской АССР исполнилось 85 лет. Анна Кутузова родилась в деревне Пайки Вурнарского района. Хотела стать врачом, но желание выступать на сцене привело молодую девушку сначала в Институт театрального искусства имени Луначарского, а затем и на театральные подмостки. Нутро у меня такое. Нутро мне. Вы рождены для театра. А вот мне зовет душа. Думаю, как это я куда-то могу? Нигде не могу учиться. Мне не получается. Вот душа театра, как сказать, сцену любила. Кого-то изображать, кого-то всегда пела я. Одной из немногих Ане Николаевне удавались как женские, так и мужские роли. Например, в постановке «Трудовой хлеб» по пьесе Островского она сыграла Наташу, а в «Черном хлебе» по пьесе Эльбекова – Тимрука. Но самой имениннице больше всего запомнилась роль девочки Барбы из постановки «Вей ветерок» по пьесе латвийского поэта. Я тогда молодая была, маленькая, и у нее по образу тоже говорит, я маленькая, объясняет, да, я маленький человек. Вот так, я тогда тоже маленькая была. Она мне очень ложился этот образ. До сих пор я люблю это, до сих пор текст знаю. Вот она настолько зашла мне, что это мне вообще воодушевляет до сих пор. Актриса Нина Григорьева проработала с Анной Кутузовой на одной сцене более 40 лет. Говорит, что проникновенная игра Анны Николаевны всегда вызывала восхищение. В «Нашпе» я играла, а вот в конце она маленькой массовке она играла. Вот точку этого спектакля она ставила. Она так красиво пела, она так, это, как вам сказать, закончился спектакль. Она так поставила точку. Зрители ревели. Актерская профессия матери совершенно неожиданным образом повлияла на судьбу ее сына Сергея. Сейчас ходил в театр, мама меня с собой брала там на репетиции, на спектакли. Там тоже были постановки, связанные с Великой Отечественной войной, с гражданской войной. Тоже мне как-то захотелось стать офицером, стать военным. Поэтому я поступил в высшее военное училище, потом служил в вооруженных силах. Анна Кутузова ушла со сцены 15 лет назад. Она по-прежнему приходит в театр как к себе домой. Здесь ее помнят и любят. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика.